Из глубин истории в современность. На поле села Душонова открылся 21-й военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры». Здесь можно увидеть как битвы былых времен, так и современные. Но начинается все с доброй традиции – открывать фестиваль шествием от храма села Душонова. Но здесь же у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны звучат самые теплые слова благодарности всем, кто причастен к этому фестивалю. От лица руководства городского округа Щелково хочется также искренне поблагодарить тех людей, которые стояли у истоков создания этого потрясающего события, которое из года в год проводится на гостеприимной Щелковской земле. И вот оно, самое зрелищное событие этого дня фестиваля. Реконструкция Днепровской воздушно-десантной операции 1943 года. Началась она 24 сентября и продолжалась более 2 месяцев. По замыслу советского командования в течение 2 дней должен был быть выброшен десант в Букринской излучине Днепра для захвата и удержания плацдарма на рубеже Липовый Лог для выхода в этот район войск Воронежского фронта. Советские солдаты уничтожили 15 фашистских эшелонов. Будучи в тылу врага, десантникам удалось оттянуть на себя крупные силы противника и нанести ему значительные потери. Более 3000 немецких солдат было повержено в ходе этой операции. Душоновские маневры как память о минувшем. Фестиваль хранит историю, воспроизводя события прошлого в настоящем. Ранее воздушно-десантные войска России отметили свой праздник. И не случайно для реконструкции была выбрана именно Днепровская воздушно-десантная операция. Представил свою литературную продукцию на фестивале наш историко-краеведческий музей. Им было что рассказать и показать. Мы предлагаем всем посетителям маневров ознакомиться с теми программами и экскурсиями, которые проходят в музее, и ближайшими выставками. И предлагаем небольшую рекламу нашей деятельности. Погода в этот день благоволила как участникам, так и зрителям, которые, как всегда, на душоновских маневрах были от мала до велика. На твой взгляд, вот этот фестиваль почему нужен, почему важен? Ну, чтобы дети знали, что было, как это все происходило. Ну, то есть, видели все это сами. Хоть и не в настоящее это хорошо, но видели. А расскажите, пожалуйста, понравилось вам, что увидели сегодня? Мне понравилось, как они стреляли салют. А мне понравилось, как они вверх стреляли. Мы уже 21 раз. Ничего себе! Да. И что наблюдаете? Ой, красоту наблюдаем. С каждым годом все лучше и лучше. И артисты, и выступления, исторические всякие коллективы приезжают. Народу очень много у нас. Ну все, организация очень хорошая, на высшем уровне. Это лишь начало 21-х душоновских маневров. Они продолжатся 24 и 25 августа уже в усадьбе Гребнева. И там зрителей будет ждать немало интересного. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Анна Балиет, Щелковское телевидение.